Ребята, мы сейчас находимся в Черное море, и вот так вот выглядит. Музыка хорошая играет. Вот это сама гостиница Черное море. И сейчас с вами пройдемся, я вам примерно покажу, какая это красота. Сейчас уже люди поразъезжали, 7 часов вечера. Здесь очень приятно, хорошо так. Заказывали мидии, креветки. Ну могу еще с вами пройти, показать. Там еще наверху есть бассейн. Чистая водичка. Море, Таня пришла так, с завода. Вот такие море, кальмарчики нам принесли. Как они называются, эти кальмары? Каламари. Каламари. А давно уже это Черное море все перегасасывано. Это еще с каких лет? Еще что каламари? Скумбрия. Скумбрия. Каламари это будем вода в суже. Мохиточки. Купили нам с Яной. Купили мохито нам, да? И поздороваюсь с вами. Кальмары. Привет, дорогие мои. И буду держать вас в курсе событий. Мы в красивом месте, называется Черное море. Привет всем! Ну что, Маша, все нормально? Yes, good! Я в доме. Окей. Да не щипайся, больно что. Вот так ты делаешь.